Строительство автодороги республиканского значения Курык-Жетыбай еще не завершено. На днях житель региона опубликовал в социальных сетях видео о состоянии асфальтобетонного покрытия. Как сообщили представители компетентных органов, капитальный ремонт дороги общей протяженностью 64 километра еще не окончен. По плану здесь планируется постелить 3 слоя покрытия. По словам директора областного филиала Национального центра качества дорожных активов, ход работ находится под постоянным контролем. В том числе проверяется качество применяемых дорожно строительных материалов и измеряются геометрические параметры каждого слоя. На участке, где проходила любительская съемка, был уложен один слой асфальтобетона, то есть верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой смеси. В соответствии с тех требованиями, в зимнее время нельзя допускать движения по дороге с одним слоем асфальтобетона. Для пользователей предусмотрена объездная дорога. Автомобилистам следует ездить именно там. Однако некоторые граждане выезжают на трассу, в результате образуются дефекты в виде шелушения на незавершенной дороге. Сейчас подрядчик работает над устранением этих дефектов. Я призываю жителей региона временно ездить по объездной дороге, пока не завершатся дорожные работы.